Коротко о сути дела. В июне прошлого года агрессивная толпа, не менее 25 человек, пришла к дому Красновых в Кохме для разбирательств. Ранее был конфликт между одним из нападавших и сыном Краснова. Они бросали камни в автомобили, в постройки во дворе, в людей, высказывали угрозы. Старший Краснов пытался договориться, но ему выстрелили в живот из травматического оружия, а знакомого избили. Александр пошел в дом, взял из сейфа карабин «Сайга» и сделал несколько предупредительных выстрелов. Нападавшие убежали, но очень быстро вернулись и продолжили угрожать и бить машины. Тогда Александр Краснов снова выстрелил в воздух, а потом в людей. В результате один человек был убит. Краснову сначала было предъявлено обвинение в умышленном убийстве и покушении на двух и более лиц. После широкого резонанса его переквалифицировали на убийство при превышении пределов необходимой самообороны и причинении тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой самообороны. К данному моменту, как выяснилось на заседании, обвинение вновь подкорректировали по ходатайству адвоката потерпевшего Артема Афонина. Я вступил в дело на стадии ознакомления с материалами. По итогам такого ознакомления, изучения материалов, я пришел к выводу, что предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам, подтверждающимся материалам уголовного дела. Заявил соответствующее ходатайство о перепредъявлении обвинения, в котором указал причины, почему считаю необходимым это сделать. И, соответственно, мое ходатайство было удовлетворено следователем, и поэтому обвинение было перепредъявлено. Обвиняемый Александр Краснов и его адвокат Виталий Подольский с новой версией обвинения не согласны. Считаем, что в нем не нашли своего отражения все те признаки необходимой обороны, которые были в действительности. Не отражено то, что Александр начал применять оружие с целью защитить себя и своих близких, которые находились на территории его домовладения. Также с целью того, чтобы предотвратить вообще проникновение нападавших на территорию его домовладения, так как есть в материалах дела сведения о том, что они пытались перелезть через забор, пытались проникнуть в его дом. Потерпевших в этом деле трое. На этом заседании присутствовал брат погибшего. В той толпе его не было. О произошедшем знает с чужих слов. Но считает, что все полтора года трагическая история освещалась необъективно. Это получается то, что все говорится с одной стороны, а вторую сторону никто не хочет слышать. И то, что у меня брат всего лишь работал в такси и пытался свою семью накормить. И когда его вызвали, он отвез людей, и его убили. То есть это никто не хочет считать, нужно то есть спросить, как это было. У моего брата осталось двое детей несовершеннолетних. То есть одной годик, ну, скоро два годика будет, а третий уже три годика исполнилось. На этом, наверное, все. Александр Краснов выступить в суде намерен после исследования всех доказательств. Но он не признает обвинения и настаивает на полном оправдании. Татьяна Прокопенко, Денис Железов, телекомпания «Барс».